Добрый день! И мы сегодня приветствуем вас снова на канале «Сточка» и знакомим вас с очередным лотом предметов домашнего обихода, который называется «Мирадиса Нью Хаус Холд». Лот номер 2. Страна Германия. Демисезон. Вес мешка 12 килограмм. Количество в мешке 35 единиц. Хочу сразу сказать, что единицы здесь и комплект, где будет входить, например, пододеяльник, наволочка, это будет единица. И там еще есть комплект. Здесь две наволочки. Комплект 2,30 на 2,20 и две наволочки 50 на 80. Это тоже единица. Ну, сейчас я положила, смотрите, какой шикарный комплект. Размер назвала. И детский комплект. Наволочка и пододеяльник. И посмотрите, какие две простынки. Немножечко есть разнотон вот в цветах, но хоть они маленько подходят все равно под рисунок зайчиков, вот такие две детские простынки в этом комплекте. Пододеяльник большой, наверное, скорее всего, как бы по размерам прикинула 2,20 на 2. На молнии вот такая расцветка, одна в виде таких набора букв и вот таких вот абстракций. Простынь белого цвета на резинке. Размер простыни 90, 100 на 200. Белого цвета. Вот такая шикарная, красивая наволочка с ананасиками. Размеры где-то 50 на 50 ориентировочно. Наволочка. Размер 40 на 70. Еще одна наволочка черного цвета. Все наволочки на молнии. Размер 40 на 70. Наволочка на пуговках. Размер 40 на 70. Вот такая большая в упаковке наволочка. Размер наволочки 40 на метр 45. Семейная большая подушка нужна для нее. Вот такая наволочка. Размер 80 на 80. Тоже двухцветная. Такая салфетка, пеленка, можно простынка, ткань получается это, по ощущениям 100% картон. Такой чехол на гладильную доску, такой нарядный. В этом наборе еще, в этом миксе, вернее, еще один комплект, наволочка и пододеяльник. Пододеяльник 155 на 2. И наволочка 80 на 80. Тоже вот такие расцветки. Аналогичная расцветка у пододеяльника. Это тоже одна единица еще шел в комплекте. Вот такого плана флисовый пододеяльник. Наволочка 80 на 80. А сам пододеяльник 1,35 на 2. Сам тоже пододеяльник у нас на молнии. И еще раз повторяюсь, что счет в этом лоте, это тоже идет как за одну единицу. Комплект – это единица. Такого плана. Полотенце для занятий спортом. Такой вот органайзер, вязанный крючком. Ванной очень красиво будет. Посмотрим. Посмотрите, как он будет. Простынь. Размеры простыни у нас 90, 100, 200. Такого молочного цвета. Простынь в упаковке. Полотенчика. Похоже на льняное. 45 картон и 55 райн. Ну, такая ткань это вот как... Ну, все, конечно, это натуральные ткани. Райн это, по-моему, что-то из крапивы какая-то, если я точно помню, не ошибаюсь. Вот такая шикарная в ванну занавеска, такого ярко-бордового цвета. Посмотрите, шикарная. Размер занавески 180 на 2. Интересный такой комплект здесь обнаружился в этом миксе. Но мы как бы с коллегами предположили, смотрите, такая основа. С одной стороны здесь кармашки, кармашки на липучках. И с другой стороны вот такого плана. А это как бы идет такая, ну, подкладочка. На детский стульчик, скорее всего, видите. И он складывается очень компактно, если убрать. Ну, в таком плане. Здесь, видите, такая защита идет. Покажу. Так, выглядит. Вот, так собирается. Две занавески.
под штору. На липучках должна быть, видите, одна такая капроновая. Вот такой размер ее, узенькая. Размер где-то у нее будет метр. Даже не метр, а, наверное, 2,40, вот так где-то. Это будет аналогично. Тоже разверну, покажу, видите, вот такая интересная расцветка. Такое полотенце для ванной, которое как шапочку можно носить. Флисовая салфетка. Такой мешочек для стирки нижнего белья. И Максим много трикотажных простыней на резинках. Просто небольшие. Такая сиреневая простынь. Двухспальная идет. Одна только простынь идет, небольшая, наверное, у нее вот размер, сложно померить, но мы растягивали, где-то будет 90 на 2. Тоже серая трикотажная простынь, тоже просто огромная, двуспальная. Вот такого плана простынь, она 100% полиэстер, но, как многие говорят знатоки, что летом на таких простынях не жарко спать, она тоже двуспальная. Вот такого плана полотенце. И посмотрите, какая подушка, как бы даже с эффектом памяти. Чехол у нее съемный, стирается. Вот такого плана этот микс. Обратите на него внимание. Он будет у нас выложен на сайт и в YouTube. Себестоимость здесь одной вещи получается в районе 200, где-то 50 рублей. Это по сегодняшнему курсу евро. Спасибо за внимание.